сегодня долгожданная вечеринка года, которая в ритме Крыма и Кавказа. Ваши бурные аплодисменты этому мероприятию. Спасибо. Отлично. Я смотрю, уже все закусили, все, так сказать, минералку выпили. Все готовы нас слушать, все готовы нас понимать. Если кто-то нас не будет понимать, естественно, мы можем продолжать в том же духе и рассказывать вам много очень таких классных ситуаций. В общем, дорогие друзья, сегодня кавказская татарская вечеринка. Кавказская она из-за того, что сегодня приезжает грузинский танцевальный ансамбль «Джорджа». Это главные гости нашего сегодняшнего вечера. Уже можно ему поаплодировать то, что он здесь. В общем говоря, поддержать ритм вашего настроения поможем именно мы. Якубу Файдер. Да, спасибо. И вот этот мальчик. Ваши бурные аплодисменты. Участник игрок команды «Говорит Юдитек». Айдар, вот как ты считаешь, что нам нужно для разогрева? Кроме по 50, конечно. Помимо этого. Я знаю, если не брать по 50, то нам надо, знаешь, вот этот утеплитель «Уфо». Это хорошая, конечно, идея, но они как бы для маленького зала, а у нас такой огромный зал. У меня есть другая идея. Я предлагаю, чтобы на эту сцену вышла Авдеева Ширин с песней «Дум Тек Тек». Отличная идея, Авдеева Ширин, песня «Дум Тек Тек». Приветствую! Поддерживаем! Ай, машалла!
очень-очень, подожди, попросили вот поработать сюда. Один момент попросили поработать. А? О чем работать? Цена договорная. Значит, сейчас очень важная информация. Кто-нибудь знает, что такое очарули? Очарули, еще раз. По-моему, никто. Никто вот. Не знает. Тогда сейчас перестаем чавкать, да, вот перестаем биться вилками. Вот все сейчас внимательно слушаем. Просто да? Это очень важная информация. Это очень, это на сегодняшний вечер, это очень важно. Все меня слышат? Спасибо. Спасибо за розыск. Ачарский танец относится к региону Алжария, Черноморского побережья Грузии. Один из самых игровых, если так можно сказать, фривольных грузинских танцев. Идея танца заключается в том, что это флирт парней с девушками. На протяжении всего танца парни различными мысленными и немысленными прыжками, пируэтами пытаются привлечь внимание девушек. Характер танца такой же, как и характер самих аджарцев. Быстро меняющийся, резвый, немного хвастливый. Итак, дорогие друзья, вашему вниманию мы приглашаем... гвоздей, так сказать, сегодняшнего вечера. Не то, что гвоздей, болтовых таких вот друзей, я бы сказал. В общем, гости нашего вечера, грузинский ансамбль «Джорджа». Встречаем! Встречайте, грузинский народный танцевальный ансамбль «Джорджа». Thank you.
приезжает грузинский на танцевальный ансамбль. Сейчас, дорогие друзья, по-моему, вы уже немножко засиделись. Сейчас у нас будет конкурс. И нам нужно как можно больше парней и как можно больше девушек. Самое время для конкурса. И убедительная просьба. Пожалуйста, не отсиживайтесь за своими столами. Давайте выходите к нам сюда. Будет весело, обещаю. Так, уже вот я вижу, смелый мужчина стоит. Такое ощущение, что мы не в микрофон говорим, нас никто не слышит. Да, вот молодой человек, по-моему, встал ты вот не просто так. Он встал, ты, по-моему, точно хотел на конкурс. Давай. Кто хочет, чтобы он вышел на конкурс? Ваши полные аплодисменты. Не, на самом деле, я говорю, будет очень весело. Просто я тебе говорил, не надо было так рано, они еще не надели. Сейчас сидят. Да, они просто одну фишку не знают. Никто не знает, за этот конкурс, я не буду говорить какие, но будут очень-очень хорошие призы. Так что если... Очень ценные призы. Действительно ценные призы. Кто победит, не пожалеет. Выходите. Да. Может, это вот будет. Есть мужчина. Давай, выходите. Выходите раз. Вот вижу настоящего первого мужчину. Мужчина? Отлично, вот и девушка. Ну что, перестаем чапкать, выходим, да? Все успеется, ребят. Там это генерал. Отлично, девочки есть. Почему-то вот. Всегда девчонки смелее мужчин. Вот парень, молодец. Вот еще мальчик такой. А что, парень, у нас девушки смелее, чем парни, да, я смотрю? Алин, я дальше пойду. Давай, иди. Так, я пошел по этому краю. Да. У меня здесь есть же еще сейчас. Давайте, не стесняйся. Давайте, выходите, Серёжа. Вот, Атай, вижу, Атай, молодец, молодец. Да, все, давай, давай. Я нашел еще. Отлично. Самый активный. Ребята, вы уже пробуете, ну выходите, Серёжа, Мустик. Ты, я знаю, с кем ты живешь. Давай я сейчас расскажу, с кем ты живешь, и ты сразу выйдешь. Не стойте, идем. Давай, идем. Я Мустика знаю, еще с тем более давно мы с тобой не знакомы. Да, ты начинаешь. Мустик, пойдем со мной. Он не такой красивый, как ты. Давай. Я не буду давать, Стефан. Так нет. Я буду ждать принципиального тоже. Блин, ну что, сейчас, может, давай зал попросим, чтобы аплодировали, чтобы они, может быть, стали. Пусть там. Пошли. Залу нельзя отказывать. Отлично! Теперь, дорогие друзья... Привет. Так, музыку можно выключить, да? Мусти! Все, проснулся. Значит так. Суть конкурса такая. Мы сейчас, вот из этой всей толпы, из этой всей массы, вот масса жизнь, вот из этой всей массы мы делаем две команды. Желательно мальчик-девушка, мальчик-девушка, чтобы было поровну. Давайте сами. Команда А со стороны севера, команда Б с юга. Давай, через один, быстренько, соображай. Давай, вот ты, там парней нету, давай, ты туда иди. Да, на ту сторону, девчонка. Переходим, да. Это можно уже не стоит. Давайте. Все, Мустафа, ты готов? А, ты здесь, отлично. Дорогие друзья, нет, у нас не драка. Нет, стой. Вы чего вы сразу настроили такие? Чего вы так на массу взяли? Ребята, давайте еще парочку людей вот сюда, здесь немножко маловато, по-моему. Именно, нет. Есть. Все, есть. Значит, команда А, все видят команду А. И команда Б, да. Все, отреагируйте. Отлично. Команда Б быстрее. Значит, суть конкурса. Сейчас мы вам раздаем шарики. Есть у нас такие вот ассистенты, которые вам будут давать шарики. И за определенное время вы должны надуть, так сказать, как много больше шаров. Сможем? А мы пока не будет звучать музыка. Так, стоп, сейчас раздайте всем шары. Заранее шарики не надувать. Так, подожди. Да. Музыка начнется, да. И начнем. Раздайте всем шары. Кто надует один, завяжет.
бросать возле себя. Мы будем потом считать. Да. Тихо, спортсмен говорит. Надуть, завязать, потом еще раз взять, опять надуть, завязать. Чья команда больше надует, там мы уже будем определяться. Берите по несколько шаров, потому что нужны будет больше. Так, у всех шары. Ребята, те, кто сидят, им это неинтересно. Вам-то в кайф, вы вышли такие, вам весело. А вот те сидят, они чавкают, жуют, сидят, понимаете, зуба там, петрушка застряла. Значит так, когда я крикну, воу, должна зазвучать музыка. Ребята, веселенькая музычка. И в это время вы должны надавать как много больше шаров. Все готовы? Команда А, отреагируйте. Есть, команда Б. Вау, поехали! Надуваем, как много больше шаров. Еще завязываем, чем кем, надо будет помогать. И завязываем, да, шарик. Давайте. Девчонки, быстрее надувай, чем мужчины. Еще шары надо еще. Шары кому? Побольше надуваем, сильно маленький не оставляйте. Надуваем, завязываем шары. Кто еще надул? Я смотрю, команда А вообще сбились сегодня. Вот смотри, команда Б, кто надул? Завязываем быстрее. Завязываем. Времени осталось очень мало. Вот музыка сейчас закончится. Артюха, быстрее! Быстрее! Ты же грелки надувал, а ну-ка, давай. Все, сейчас закончится. Стоп, раз. Музыка! Отлично! Все! Это ваше! Хорошо, договорились, это ваше! Команда Б! Что-то начало делать! Все, оставьте шарики и все, никогда они не убегут! Так, все, стали друг... Ооо, начинайте! Стали напротив друг друга! Команда А и команда Б! На самом деле, это была всего лишь первая часть нашего конкурса. Вы надули шары, мы надули вас. Грубо говоря, на самом деле, просто это вообще наша была задача. Ну, так получилось, что вы нам в этом помогли. Да. На самом деле, суть конкурса такова. Сейчас, внимание всем тем, кто сейчас и чавкал, и не чавкал, и стоял, слушал. Мы сейчас проводим, именно это реальный конкурс. Проводим, как сказать? Визуальную линию. Вот так проведем. Спасибо, Алим. Визуальную линию. Ты постоянно забываешь это слово. Да, визуально мне всегда запоминается. И не то, что линию, а вот волейбольную сетку. Все же играли когда-то в детстве в волейбол, правильно? А вот мы провели визуальную сетку, за которой нельзя переступать, заступать, переходить. И мы будем играть в волейбол. Все же играли в волейбол, правильно? Вот ты спортсмен, ты играл в волейбол? Но самое главное ты не сказал. Та команда, у которой по окончании музыки будет на их стороне или на вашей стороне больше шаров, та команда проиграла. Да, и еще самые активные будут награждаться у нас. Самые активные участники получат ценные призы, ребят. Так что поактивнее, не прячемся друг за другом. Так, когда начнется музыка, так, ребята, чуть-чуть команда Б, чуть-чуть назад. Все приготовились играть в волейбол. И договоримся сразу, что по окончании музыки, чтобы все честно было, никто шарик уже не перебрал. У кого больше шаров, та команда проиграла. Все согласны? Отлично! Музыка! Опа! Играем в волейбол! Активнее! Алина, выбирай самых активных! Я слышу, Алина. И лопаем шары! Так, ребят, не заходим за вот эту визуальную линию, ребят!
Помните, не говорите, не переходите за нас, Айдар. Проходим. Все, стоп, музыка! Стоп, музыка! Все, стоп, все, шарик не летает. Стоп, музыка! Стоп, музыка! Тормози, тормози! Все, все, все! Тормози, жена, тормози! Подожди, что-то сейчас было нечестно. Был стоп, а они продолжали делать. Поехала музыка. Еще. Так нечестно, еще музыка. Геннадий, активнее, активнее. Мы понимаем, что самым активным будут гарантированные призы. Раз. Наша два. Наша музыка заканчивается. Три. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп. Никто стоп. Ничего не делает. Стоп, стоп. Стоп, стоп, стоп. На все. На все. Молодец. На все. На все. Да не пить. Да не... Да хватит. Так, все. Все. Все, шарики. Так. Все, хватит. Я сейчас буду как рефери. Все, хватит. Все, все успокоились. Все смотрят друг на друга. Так, шарики там не лопаем задние. Кто там сзади стоит, шарики не лопаем. И еще, мы сейчас будем считать те шарики, которые лопнули на стороне А и на стороне Б. Потому что эти две стороны лопали друг другу. О, у них больше, правильно? Все, на самом деле это не важно, да, потому что мы определяем сегодня двух самых активных участников. На самом деле... Одного самого активного, который, я бы сказал, уйдет с кем-то. Ну, есть у нас и первое, и второе место, да? Отлично, значит, я так думаю, Олив, как ты считаешь? Кто-то лопает. Какая команда из них победила? А или сейчас Б? Здесь много кто сидит и лопает. Какая команда победила? А или Б? Давай это узнаем по аплодисментам из зала. За какую команду будет больше аплодисментов, та команда и выиграет. Давайте сейчас аплодисменты команде А. Неплохо. Отлично, отлично, я бы сказал. И, конечно же, аплодисменты команде Б. Я думаю, А выиграла. Шучу. На самом деле, у нас есть вот такой вот сертификат. Это где камера? Чтобы камера все фиксировала, чтобы это было вот, знаете, как вот история. История бывает же? Вот чтобы история... А, вот там, да. Отлично. Вот у нас сертификат есть. Ужин на двоих. И как нам сказали, какая команда победит, и с той стороны выберет самого активного. Я не знаю, кто был из вас самый активный, но я чувствую, что это кто-то из вас. Нет, явно. Кто за столом сидел, там, по-моему, никого нет. Так, Алим. Как на твоем мнении, кто был из вот этих вот замечательных людей самый активный? Честно, да, тяжело так сказать. Ну, все активные, разговора нет. Но я сейчас опять для камеры работаю, чисто на камеру. Вот, здесь ужин на двоих, вы все вдвоем не считаетесь, понимаете? Поэтому я думаю, как будет правильно. Я думаю, как будет правильно. Вот мы так бросаем и... Да, ничего не остается. Да, либо мы забираем сами себе. Но, на мой взгляд, что самый активный из вас... Правило есть правило. Да. Нам сказали выбрать одного. И этот один или одна... Кто? Арсен? Хорошо, пусть будет Арсен. Кто из вас Арсен? Я! Арсен? Кто из вас Арсен? Я Арсен!
покажи паспорт. О, Катя! Я тебе говорю. Может, договоримся, пойдем? Нет, на самом деле. Приятно, Арсен. Арсен? Я так говорю, что я... Я видел, как он в первых рядах здесь активно. Вот этот Арсен, да, вы точно не против? Нет, не против. Там всего лишь яичница, студент, и два кусочка хлеба. Что это такое? Вот это Арсен, сертификат, мы определяем Арсен. Вашу бурную дорогу. Арсен, мужа на двоих. Один счастливчик уже есть. Да. И, конечно же, вот здесь по-грузински написано, я ничего не понимаю, ты грузинский получаешь. А, это дисконтный ваучер, это, так, это путевка, да? Да. Это да. Путевка куда? В Грузию? В Грузию. Путевка в Грузию, ребят. Да, это очень ценно. Я из вас здесь видел самого активного, это вот такой вот умный, здоровый. Это такой массовый, да, мужчина. Мощный. Который... Мощный, спасибо. Мощный мужчина. Это вот эта вот девушка. Как вас зовут? Меня зовут Яна. Яна, очень приятно. Поздравляю вас с этим замечательным сюрпризом, подарком такой. Это дисконтный ваучер. Путевка в Грузию. 50%. А что это пример? Я тоже хочу. Ваши бурные аплодисменты всем участникам. Спасибо. А также самим себе. Приятного отдыха.